Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Томас, и сегодня мы с вами снова поиграем в The Escapists 2. В прошлом видео, друзья, мы с вами проходили обучение, это был первый взгляд, мы разбирались с игрой, смотрели, чё кого, чё она, как вообще в неё играть, и чё она из себя представляет. Сегодня, друзья, мы с вами будем проходить уже полноценную миссию, безо всякого обучения, сами... Наверное, начнем вот с самой первой. Центр Perks 2.0. Но здесь еще посмотрите, какие тюрьмы есть. Кугар Крик Рейлроуд. Это тюрьма, наверное, в каком-нибудь паровозе или типа того. Здесь... Так, еще какая-то тюрьма. Здесь уже другие тюрьмы. Но, наверное, чтобы попасть в эти тюрьмы, нам понадобятся ключи, которые нужно, наверное, заработать, когда мы будем проходить вот эти тюрьмы. Ну, это насколько я понял. А здесь можно играть, ребят, в Escapists 2, можно играть как с другом, так и самому. Ну, так как друзей у меня нет, я буду играть один, и, ну и, в принципе, наверное, даже если бы друзья были, то они, наверное, сейчас спят, потому что у меня 4 часа ночи, а я, как обычно, сижу и играю с вами в игрушки. Так, ладно, короче, Center Perks 2.0, сбегайте в одиночку или с другими игроками. Давайте прочитаем, чё кого. После огромного числа побегов и разгрома от ревизионной комиссии, надзиратель тюрьмы Center Perks решает разрушить свое детище до основания и построить более защищенную версию. Но, как говорится, не все учатся на своих ошибках. Видимо, в первой части игрокам уже приходилось сбегать из этой тюрьмы. Давайте, ребят, начнем. И попробуем сбежать из этой тюрьмы уже во второй части. Ну, для меня это впервые, поэтому... Впервые я сейчас без обучения буду думать, что как здесь делать, блин. Или типа того. Короче, Центр Perks 2.0. Давайте читать. Центр Perks 2.0 — первая настоящая тюрьма, однако охранники не дадут вам делать то, что хочется. Будет непросто. Советы, идите по желтой стрелке, чтобы выполнять режим, и не выделяйтесь. Короче, окей, запомнить, желтая стрелка — это режим. Исследуйте тюремный колодец, ищите любые уязвимости. Понял. Найдите материалы, чтобы создать инструменты для побега. Понял. Не поднимайте уровни безопасности и раздражения охранников, чтобы избежать проблем. Короче, нужно просто выполнять все, что охранники скажут, но между тем еще как-то что-то пытаться как-то сбежать. Пытаться найти инструменты, чтобы сбежать или типа того. Самый прямой способ побега — прорваться через границу тюрьмы. Например... прорыть. Я вас понял. Так, настроить сокамерников и охранников. Ух ты, нифига. Да случайно, наверное, я... Режим игры локальный, общедоступный, частный. Наверное, локальный, ну типа локальный, типа я один буду. А, я думаю, случайно. Давайте вот так вот сделаем. То есть пусть все будет абсолютно случайно, я не знаю. Все. Давайте, ребят, начинаем. Мой первый настоящий побег из тюрьмы. Чтение в библиотеке увеличивает интеллект. Вас понял. Надо будет потом придумать. Я надеюсь, время у нас не ограниченное. Так, Клайв, Тейлор, Джулс, Сэм, Фрэнки. Мы, видимо, выбираем. What the fuck? У него чё это такое? Джордан. Ну, конечно, черный чувак и имя Джордан. Конечно, разработчики The Escapist, конечно. Наверное, я выберу Сэма, потому что он в клевых очках. Да. Я думаю, Сэм — это наш выбор. Добро пожаловать в Center Perks 2.0. Здесь начнется ваше исправление. Присутствие на перекличках обязательно. Если кто-то отсутствует, вводится режим изоляции. Еда, подаваемая в наши столовые, отличный источник здоровья и энергии. О попытках побега сообщается на центральный пост. Понял. Повышайте интеллект, читая книги. Вам же наоборот не нужно, чтобы я повышал интеллект. Это же увеличит мои шансы на побег, господи боже мой, ты тупой лысый говнюк. И пользуйтесь спортинвентарем, чтобы стать сильнее и быстрее. Заработайте денег, посетив инспектора по трудоустройству. Мы выделим вам одну из комнат для проживания. Как видите, с нами съемочная команда. Не мешайте им снимать. Окей.
Так, ребят, так, игра является локальной. А, видите, мы можем к другим игрокам цепляться, нифига. Вот это прикольно. Так, ладно, давайте вставать. Переход к следующему пункту по желтой стрелке. Соблюдайте режим, чтобы избежать ненужного внимания охраны. Окей. Перекличка, все, идем на перекличку, друзья, сейчас. Привет, друг. Ага, у него, видимо, можно что-то купить будет просто. Ой, какой классный прудик, смотрите, какая тюрьма-то, блин, я бы и сам там жил. Так, куда нам встать? Наверное, куда-нибудь... Так, окей, сюда, значит. Всем привет, говорит охранник. Не обращайте внимания на съемочную группу. Да плевать мне вообще на эту съемочную группу, чё она там ходит? Можете считать нас жилеткой для слез. Простите, если нам придется наказать вас. За что? Зэки наводят на меня жуть. Сегодня будет проведен обыск в камерах, ясно? А, в камерах миссии Джулс. Не в моей. Ой, эй, ты чё? Я не хотел. Ржу не могу, сверш... Чё происходит? Ой! Чё за херня? Чё случилось? Чё происходит? Открыт достижение, доктор Лав. Чему ты научился? What the fuck? Чё, какой-то бунт, что ли? Я не понял. Отдых, я вроде... А, нет, окей, мне надо отдыхать, чтобы здоровье восполнить. Вот оно, здоровье, оно восполняется. А чё произошло-то? Я не понимаю. Окей. Ладно. Короче, видимо, нам нужно покушать. Сейчас какой-то бунт произошел или типа того. Хрен пойми, друзья, честное слово. Так, поднос я взял, нужно сесть. Нужно сесть и похавать. Кушай, приятного аппетита, может, в последний раз. Почему в последний раз? Как мне с тобой поговорить? Дай-ка помогу это съесть, попробуй-ка. Время отдыха можно использовать для изучения маршрутов, перемещения охранников, сбора припасов и изготовления предметов и планирования побега. Вас понял, где моя камера находится, во-первых? По-моему, вот это моя камера. Так, вот здесь у нас... Ага. Понял. Здесь у нас, короче, вентиляция. Вот ее видно. Это, видимо, тень. Окей. Что вы делаете, пацаны? Ну вы чё? Так, только для охраны здесь есть комнатка. Наверное, пока их нет... Я могу пошариться у других чуваков в шкафах. Опаньки. Батарейка, отлично. Ну-ка. Я больше не унесу. Так, пойдем к себе, ребят. Пойдем к себе и попробуем что-нибудь скрафтить из того, что у нас есть. А что у нас есть? Напильник, оружия, компонент, инструмент, лист бумаги, семена. Может, с напильника что-то? Нет, с напильника, наверное, ничего сделать нельзя. Лист бумаги, может. Опа, смотрите, лист бумаги и... Нет. А как понять, что можно смастерить? 40 плюс, 60 плюс... Энергомодуль. Охренеть, можно энергомодуль. Чё за говно? Вот поэтому, наверное, я не хотел играть в эту игру, потому что здесь очень-очень много крафта. А мне хочется так быстрее все, быстро все закончить. А у меня есть свой напильник, оказывается, ну ладно. Так, короче, все ложим в шкаф, гвозди, доска, зубная паста, коробка, энергетик. Давайте я возьму энергетик. Окей. 11:05, а до скольки у нас свободное время? Лады. Пока никого не вижу здесь. Швабра. Изоленту, наверное, возьму. Опаньки. Привет, друг. Ты кто, Манзио? На продажу подарок. А, можно ему что-то подарить, видимо? Нет, дарить ему нахрен ничего не собираюсь. Тип защита. Окей. Напильник стоит 40 золотых монеток. Но у меня есть два напильника, так что... так что все норм. О, смотрите, у этого что-то говнюка есть.
Ладно, неважно. Чё нам там нужно было сделать, чтобы... А, кусачки! Точно, кусачки. Так. Время, друзья. Время. Обед. Понял. Пойдем похаваем, потом, наверное, снова будет отдых. Я надеюсь на это. Так, давайте берем поднос, пацаны, берем поднос и садимся. Слушайте, прикольно довольно-таки. Прям этот. Прям так прикольно. Жри эту креветку. Окей. А еще самое главное, что нарисовано очень классно. Прям, знаете, как такие старые добрые олдскульные игры про... Ну, игры на Сегу. Или типа того. Ну что, ждем обед? Пока пройдет. Наверное, еще вот 10 секунд. Окей. Ты связался не с тем человеком. Смотри, смотрите, мочит его. Какого хрена? Походу, опять был бунт. Тюбик краски, кисточка. Давайте заберу. Заберу то, что у него было. Так, это кто такой вообще? Дипс, стол ремонтников. Так, ясно. Давайте, короче, пройдемся сначала вокруг. Что у нас тут есть? Ты кто такой? Иван. Есть минутка, ходят слуги про твои незаурядные способности. Мне нужно кое-что. Свеча, сможешь сделать? Награда 30 золотых. Свеча, понял, принять. Так, у меня есть задание, короче, теперь надо свечу добыть. Свечу для Эвана. Давай, быстрее, открывай. Быстро. Ручной фен, зажигалка, окей. Там кто-то стреляет. Сэм, живее. Все, понял. Простите, пожалуйста, сэр, больше так... О! Мне что, гулять можно? Так, не лучше. Давай живее, Сэм. А, мне же... Смотрите, желтая стрелка указывает, куда мне идти. Получить воск, получить зажигалка, получить кусок бечевки. Зажигалка есть. Мне нужен кусок бечевки. Так, а вон там вот какие-то отметины. Там съемочная группа. И еще какие-то отметины. Так, смотрите-ка. Нам показывает, куда нам идти. Что это такое? Ой-ой-ой! Привет, соискатели! Что это такое? Если у вас нет работы, вам нужно посетить бюро трудоустройства за разговор с инспектором по трудоустройству и получить денежное вознаграждение. Окей, состояние этого. Окей. Возвращайся и будь обычным зэком. Ну и чё? Так, ладненько. Зал. Занятия спортом повышают. Ладно, ясно. Ну, давайте фигачить. А, вот так вот нужно. То есть, прям как в GTA San Andreas, помните? Прикольно вообще. Типа QE нажимаешь, и сила у нас... качается. Ну, конечно, в спортивном зале... Как же без драки в спортивном зале, а? Как же без драки в спортивном зале, а, друзья? Слушайте, они мяч пинают. Я тоже так хочу. Почему я должен качаться, а они пинают мячи? Так, 38. Отлично. Я надеюсь, вы не слышите, как я нажимаю сейчас на клавиатуру. Это очень громко. Давай. Отлично, 42. Силу прокачал. Окей, изолента есть. Я слишком устал, чтобы продолжать. Понял. Так, куда идти? Душ. О, душ. Надзиратель Вуд. Они все меня любят. Угу, конечно, в основном надзиратель Вуд. Встретимся здесь позже. Биллард. Отвести люлей, но не могу, пока охрана смотрит. Отвлеки ее, когда начнется помывка, и я тебя отвлеку. И тогда я отведу душу. Не, слушай, Биллард, не-не-не, это не для меня, наверное. Ой! Прикольно. Ладно, давайте помоемся.
Блин, слушайте, а я даже ничего не сделал для побега, вы понимаете? Вообще ничего не сделал, в принципе. Это шампунь для сухих волос. Окей, назад или получишь. Что происходит? А, ужин, нифига. Черт, как... Быстро-то день пролетел, посмотрите. Фунзо, что с тобой? Ты что такой? Так, все, кушаем, никого не трогаем. Копы там всех вырубают, можно, в принципе... Блин. Я хотел прочекать их. Ё-моё, ну ладно. В смысле, я хотел пролутать тех, кого вырубили копы. И, наверное, мне нужно было это сделать. Так-то. Так, все, отлично. А, все, теперь отдых. Теперь у нас отдых, друзья. Супер. Так, умелые ручки. Получить воск, получить зажигалка и кусок бечевки. Воск, ясно. Так, это мое рабочее место. Батарейка. Давайте положим кисточка. Что тут? Зажигалку положим. Ручной фен и изоленту положим. Тайники. А, это... Смотрите, тут есть тайник еще. А, нет, нету. Так, а где бы мне взять... Где бы мне взять воск? Носок, отлично. Журнал, супер. Просто супер. И, наверное, возьму бутылку содовой. Потому что я хочу... Хочу ее выпить. О, тут можно блок ставить, нифига себе, прикольно. Так, а как использовать? Видимо, вообще тут, в принципе, ничего нельзя сделать. Так, вот здесь живет Билорд, это чувак, который... Нет, фига мне так много изоленты. Изготовление, доступ к меню изготовления из предметов найденных. Окей. На Q можно что-то изготовить. Банка содовой, взять левая кнопка мышки. Одежда. О, смотрите, постер, инструмент. Постер я могу сделать, нифига себе, ну-ка. Открыто достижение лавкач. Прикольно, этот постер, наверное, я могу к себе повешать. Ой. Это что-то... А, это я поднялся, окей, я понял. Не-не, где моя? Моя комната где? Черт, я забыл, где моя комната. А, да, вот она предпоследняя. Рабочее место Сэм, угу. Ну, постер. Его повешать можно? Эх, походу нельзя. Ладно, лист бумаги берем, энергетик, расходник. А, слушайте, у меня же есть куча всего. Возможно, мне просто нужно поговорить с кем-нибудь из тех, у кого зеленый восклицательный знак. Наверняка так мне и нужно сделать. Эй, ты! Уф, камень с плеч. Врачи меня успокоили, надо это отметить. Мятный леденец, вот чего мне хочется. Добудь для меня, возможно. Окей, мне нужно поговорить с чуваками. Где все вообще? Походу, они где-то там гуляют. О, what the fuck! Похоже, что кто-то подрался. Ой-ой-ой, а это что такое? А, это там одежда, видимо, стирает или типа того, фиг знает. Так, это место Джубы, давайте посмотрим, что у него есть. Куски сахара, крем для рук, кусок бечевки, отлично. То, что нужно. То, что нужно. Эй, зажигалка у меня есть, ну. Умелые ручки, ну ты чё? Или, может, мне пока задание нужно выполнять только? Зубная паста, метла, кружка. Нужен воск. В первую очередь. Довольно долго, конечно, все происходит. Металл, пластина, ух ты. Оружие, компонент.
Так. Воск есть! Есть воск! Бутылка молока. Лопатка! Так, быстро берем лопатку. Быстро, быстро, быстро. Все отлично. Идем на перекличку, друзья. Идем на перекличку и, наверное, сейчас посмотрим, что будем дальше делать. Хершел. Мое любимое время дня. Все, сейчас, походу, ночь будет. Эй, ну я не вижу своего места, ну алло. Наверное, я тут. Хоть бы я был здесь. Окей. Да, все, я стою на месте. Окей. Все. Нормально. Так, это съемочная группа. Все, чем мы можем помочь. Что, что, что? Я хочу вас всех похвалить. Серьезно? Круто. А чё? О, тут минус 2, смотрите. Надежда умирает последняя. В конкурсе на шмон победили следующие уроды. Они сказали, кто в конкурсе на шмон-то победил. Так, ладно, возвращение в камеру, друзья. У нас есть время на возвращение, посмотрите. А иначе, если я не вернулся бы в камеру, иначе мне бы дали... хорошенько просраться. Так, ладно. Спрятать, смотрите, я могу спрятать. Давайте лопатку спрячем и напильник. Так, а взять зажигалку нужно. Все, я взял зажигалку. Новый предмет, пользовательские настройки. Что за... какой еще новый предмет? У меня не получается, мне надо повысить свой интеллект. Серьезно? Так, ладненько. Вот свеча, смотрите, вот она свеча, удерживайте. Не получается, блин, нужно интеллект повысить, короче. Ясно. Ясно. Так, ну чё, ладно, ложимся спать. Так, ребят, я в принципе понял, чё нам делать. Давайте я, наверное, сейчас запись выключу, хорошо, потому что я уже очень долго... бегаю тут, и наверняка вам всем, ну, неинтересно, что тут происходит вообще, чем я сейчас буду заниматься. Наверное, как какой-то прогресс у нас появится, друзья, я включу запись, хорошо, и дам вам об этом знать. А пока у нас перекличка. Привет, ласточки мои! Итак, друзья, задание на свечку я сделал, но еще не до конца выполнил. Этот не жилец, what the fuck? Так, блин, мне как раз, ну, у меня новое задание тут, ребят, избить Мизи. Но этот Мизи только что убежал. Этот Мизи только что убежал. Лосьон после бритья, чашечка чая, плитка шоколада, окей, ладно. Уходим отсюда. Короче, мне нужно найти Эвана. Где Эван? Паркер. Пип. Эван! Есть. Одолжение сделано. Умелые ручки. Отлично, друзья. Первое задание мы здесь с вами сделали. Очень прикольно, но я думаю, за одно видео я не смогу сбежать, ребят. Тут очень много всего нужно сделать будет. Например, избить Мизи сейчас. Давайте я, наверное, изобью Мизи. И потом мы с вами закончим сегодняшнюю серию. Так, приятель оставил... А, работа, блин, у меня работа же, ё-моё. Черт возьми. Как я мог забыть? Мне же сейчас дадут по башке. Так, у меня есть только носок, постер, который я не знаю, что с ним вообще делать. И печенька. Так, хорошо, работа, 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 бла-бла-бла. Все правильно, нам сюда. Я видел Мизи, у него... Жена меня ни разу не навестила. У Мизи, ребят, приветствую, сыскатель, да и все, иди в жопу. У Мизи ой, господи, белые волосы. Желтые, точнее, он блондин, короче. Вот, и нам нужно его напинать сейчас. Этого долбанного Мизи. Работа, бла-бла-бла, давай быстрее, давай. Мне нужно найти Мизи, срочно. Есть, все. Все, сейчас физические упражнения. Ой, господи, упражнения. Блин, я говорю, уже поздно настолько, что я просто... не знаю. Уже все слова, наверное, позабывал. Хершел, где Мизи?
Это бильярд. Вот он, Мизи, вот он, отлично. Так, окей, я пока тут буду заниматься. Эй, ты что делаешь? Я пока тут буду заниматься, ребят. Но не будем терять из виду Мизи, вот он. Вот он набивает здесь мячик, козел. Пока я тягаю железо, он набивает мячик. Сейчас я ему покажу. Короче, просто за это задание мне дадут, ребят... Чё мне дадут за это... А, за это задание мне дадут... Сколько же там? По-моему, 40. Душ, отлично. Блин, мы идем в душ, ё-моё, и надзиратели тоже с нами идут, ё-моё. Это не круто. Ладно, Мизи, я с тобой. Я с тобой, козёл. Есть, избиение выполнено, отлично. Правосудие свершил... What the fuck? Рано или поздно я поймаю... Я скрылся от него, обалдеть! Не забывай свое место. Хорошо, хорошо. Все, задание главное я выполнил, друзья. Теперь можно и помыться, можно и в душ сходить. Мизи я напинал. Отлично, просто супер. Чувствую себя прекрасно, друзья. И, наверное, на этой ноте мы будем заканчивать с вами вторую серию наших приключений в The Escapist. Очень прикольно. Почему я раньше не играл в эту игру? Вот дурак вонючий. Это просто капец как ржачно, друзья. Ладненько, у нас там ужин, поэтому мы погнали. На ужин хавать, хавать. Вот, и встретимся, друзья, в следующей серии с вами. Спасибо за просмотр. До следующих видео.